На мой взгляд, это достаточно эффективно сказалось на деятельности службы судебных приставов, в принципе, на взаимоотношениях, наверное, службы судебных приставов и граждан. Вот если сравнить какие-то макроэкономические цифры, то в этом году гражданами в срок для добровольного исполнения уплачено более 1 миллиарда рублей в Кировской области. Это на 30% больше, чем в прошлом году. Поэтому очень много людей избежало негативных последствий.